При стрельбе в торговом центре Гринвуд Парк в городе Гринвуде, штата Индиана, погибли 3 человека, 2 ранены. Об этом сообщает телеканал VNO News со ссылкой на полицию. Стрелок открыл огонь 17 июля примерно в 18:05 по местному времени. Очевидцы сообщают о вооруженном винтовкой мужчине, который совершил как минимум 30 выстрелов. Предположительно, один из убитых сам стрелок, личность которого не разглашается.